Всем доброе утро, друзья, и отличного настроения. А утро у меня сегодня началось в 4 часа утра, так как приехал наш автовоз из Бреста, приехал Костик со словами: «Александр, ты спишь?» И я отправляюсь, прогреваюсь, разгружать автовоз. Оп! Лансер, красавчик! Ну что, мы погнали, прогрелись. Так, друзья, я прилетел на разгрузку. Вот и сам Костик, вот и сам наш крытый автовоз.